Так. Тихо. Где это я? Я не понял. Алло. Куда я попал? Что это за бесконечные комнаты, блин? Это просто как будто бы какой-то офис, я не знаю. И вообще как будто все какое-то ненастоящее. Что происходит? Ладно. Так, какое-то пятно. Вообще пятна какие-то. Это что-то какое-то съемное, ладно. Так, ладно, короче, всем привет. Это Лев, да. В принципе, я думаю, вы догадались. Ну, короче, я решил сегодня снять игру немножечко другую, а не Майнкрафт, как всегда. Да, а именно хоррор. Да. Это, короче, Backrooms, да. Это сейчас достаточно известный формат. Известные, как бы, игры, идея, так сказать. Многие в такие игры играют сейчас, и я решил тоже попробовать. Да, я думаю, что вам, возможно, это даже понравится. Но это будет как тестовое видео, да, во всех смыслах. Потому что я опять перенастроил OBS, чтобы было хорошее качество. Не понял. Так, что-то стучит. Короче, я все перенастроил, сейчас будет качество лучше, чем в прошлых роликах. Но со звуком, скорее всего, может быть, будет какая-нибудь херня. Ну ладно, ничего страшного, в принципе. Это тестовое видео, еще раз скажу. Ну, короче, вот. Я сюда попал, поэтому роликов и не выходит на канале, да. Такие вот дела. Чтобы вы понимали, последний ролик я записывал 1,5 месяца назад, да. И как бы это жопа, да. Хоть он и вышел 2 недели назад, но как бы я его просто выпустил намного позже. Так, ну ладно. Здесь, короче, можно смотреть, сколько я минут продержался и сколько метров прошел. Я прошел 54 метра. Уже сколько? Уже 55. И надо где-то у свету держаться и постоянно ходить. Да. И нас будут пугать какие-то звуки стрёмные. Да, меня это на самом деле немножко не радует. Так, уже пол ездит. Но это потому, что, видимо, я не на свету. Короче, надо продержаться как можно дольше. Здесь можно держаться достаточно долго. Но желательно не бегать, я так понимаю. Тихо, тихо, тихо. Что за звуки съемные? Твою мать! Твою мать! Тихо, тихо, тихо! Твою мать! На свет! Осторожно, все хорошо. Надо от звуков подальше уходить. Я думаю, что это плохо. Я, короче, играл уже. Нет, нет, нет. Только не в тупик. Нет. Нет. Нет, 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 нет. Блин, оно сейчас вылезет на меня. А, нет, оно где-то здесь. Нет, нет. А, я что-то видел. Я что-то видел здесь. Твою мать. Твою мать, я сейчас... Оно меня сейчас, меня сейчас напугает что-то. Меня сейчас что-то напугает. Не-не-не, на свет, все хорошо. Все хорошо. Не надо. Не надо, не надо. Назад, 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 назад. Текаем, текаем. Дыра в стене. Дыра в стене. Тихо, тихо. Ёпта. Что происходит? Я сейчас монстра встречу, наверное. Я на это не подписывался. Хотя я на это действительно не подписывался. Я буду ролики снимать, пожалуйста, не надо. Я не хочу умирать. Так, я вижу свет, я вижу свет, я бегу на свет. Я бегу на свет. Нет, так, сколько я держусь? Твою мать. Быстрее, быстрее. Все, все, не бегай спокойненько. Все хорошо, монстр сзади, ничего, ничего страшного. Каждый день такое происходит. Это всего лишь звуки. Тебе кажется, тебе мерещится просто. Да. Или нет. А может быть и да. Все хорошо. Надо бежать. Твою мать. Твою мать. Нет, 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 нет. Так, я сейчас сдохну, походу, съемные звуки происходят. Оно прямо сзади меня. Я слышу. Надо бежать. Надо бежать. Тупик. Беги, 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 беги. Нет, 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 нет. Нет, беги, беги. Твою мать, беги. Нет. Я не хочу умирать. Я сниму ролики. Я сниму ролики, пожалуйста, не надо. Нет. Нет, 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 нет. Я бегу. Так, я не бегу, все нормально, все хорошо, я иду. Твою мать. Нет, 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 на свет. Оно рядом, оно где-то во мне уже, этот монстр. Что происходит? Я хожу, но я ничего не вижу. Кажется, мне конец.
я умер. Ну что ж, это было прекрасно. Я продержался целых 5 минут. Но давайте попробуем еще раз. Потому что я хочу еще раз умереть. Но на самом деле надо сейчас более как-то спокойно ходить. Быть больше на свету. И не паниковать. Короче, идем сразу. Идем и не останавливаемся. Тактика. И лучше не оборачиваться назад. Потому что будет появляться больше страх. Но я бы, если честно, я бы больше бы боялся бы, если бы я бы постоянно бы назад посмотрел. Оборачивался. Да. Просто иду вперед. Есть свет. Просто иду куда-то туда. Просто иду. Не бегаю, ничего. Все хорошо. Просто комнаты. Я здесь буквально пару минут. Пару секунд еще. Ничего страшного. Да. Я не знаю, сколько я продержусь, но я попробую продержаться хотя бы 5 минут. Потому что я сейчас вроде как около 5 где-то продержался. Так, ну вроде пока я иду, уже около минуты, вроде пока все хорошо. И я хочу, чтобы вы написали в комментариях, как вам вообще вот этот формат. Нравится вам такой или нет? Потому что Backrooms это очень интересный формат. Но именно вот эти игры, они стрёмные, они страшные. Если бы я бы попал бы в такие комнаты, бы, мне бы кажется, я бы долго бы не жил бы. Так, я слышу опять какой-то стук. Но я пока... Вот это было сейчас неожиданно. Вот, кстати, в этом Backrooms, в этой игре, очень много тупиков. Очень прям много. Даже вот это сейчас тупик может быть, наверное. Надеюсь, что нет. Да! Ты что, правда? Ну, это не смешно. То есть, надо идти по пути, и тогда ты будешь больше выживать. Этот уже мигает, означает, что плохо все. Давай без тупиков, пожалуйста. Да-да-да, идем дальше. Но я, в принципе, наверное, сейчас подольше протяну, потому что, в принципе, я не паникую. Я спокойно просто иду и не оборачиваюсь. Просто иду по дороге. Так, все хорошо. Да. Все хорошо. Мне нужно найти выход. И тогда я смогу снять еще какие-нибудь ролики. Да. Ну ладно, это, конечно, глупо звучит, но я думаю, вы поняли смысл. Если бы я бы сюда бы попал, бы вряд ли бы вы бы увидели от меня роликов! Монстр? Твою мать. Твою мать. Это был монстр. Наверное, я умру сейчас. Твою мать. Короче, я не ожидал такой подставы. Но я на самом деле даже особо не испугался, если честно. Как бы я особо не испугался. Типа, для меня это была просто какая-то плякса, если честно. Но было, конечно, стрёмно. Я монстра не ожидал увидеть. Но, в принципе, это был он, да. Фух. Так, ладно, все. На этом пора, в принципе, наверное, заканчивать. Это было такое тестовое видео. Надеюсь, вам оно понравилось, да? И увидимся в новых видео, да. Всем спасибо, пока-пока и удачи. А я, наверное, это самое, пойду еще раз убьюсь и как бы все, да. Всем спасибо, пока-пока.